Зима не спешит в наш город, но курские фотографы придумали, как настроиться на новогодний лад и организовали рождественскую фотосессию. Вдохновил сам Новый год, само мероприятие, ведь декабрь уже, и в магазинах появились игрушки всякие, аксессуары новогодние, поэтому захотелось сделать приятное деткам. Фотопроект New Year Мария Волобуева посвятила исключительно детям, ведь именно малыши с нетерпением ждут новогодних чудес. Самому маленькому участнику этой фотосессии всего 9 месяцев. Независимо от возраста, все охотно позируют перед камерами. К фотосессии мы готовились очень серьезно, упорно, но у нас это почти получилось, почти сфотографировались, костюм нам дали. Сегодня уже чувствуется у нас Новый год, что он приближается к нам. Будем его встречать, надеюсь, тоже так весело. Неугомонному Никите сложно сидеть на месте, поэтому, чтобы сделать удачный снимок, приходится идти на хитрости. Пока одна из фотографов развлекает малыша в новогоднем костюме, другая щелкает затвором. Здесь важно поймать момент. Поэтому приходится импровизировать. Валерии всего год и 6 месяцев, но малышке нравится красоваться с яркими шарами и бусами. Пока она играет и общается с мамой, получаются самые ценные рождественские снимки. Эта фотосессия как раз нас приблизила к Новому году, ощущение елка, наряды праздничные, игрушки, много игрушек, мандарины, и уже чувствуется Новый год. Благодаря фотосессии мы ощутили Новый год. В фотостудии Новый год уже наступил. На камине висят яркие сапожки, под елкой заветные подарки. Все аксессуары выполнены вручную, что привнесло в атмосферу съемок домашний уют. Под приятным впечатлением участники новогоднего фотопроекта уже начали загадывать желания. Я попросила еще куклу Монстр Хай. Я люблю сестренку. Куклу? Куклу попросим, да? И чтобы Ляра была здоровой, да? Все начнет сбываться, и первым подарком в новом году станут рождественские фотографии.